вот смотри, Свет, 20 минут первого. Привет. Привет. Вот так мы возвращаемся из города. Были в больнице, заезжали в магазин, и сейчас домой приеду, покажу, что мы купили. А вообще, случай у нас такой произошел. Света зашла к врачу, ну, по очереди, а выходит Жиночка и так смотрит на меня: а вы, кажи, не переселенцы? Я говорю: переселенцы. Ой, мы же вас дивимось. Я и сын вас дивимось. От це погано. Сережа не повірить. Сын не поверит, что я вас встретил. Я говорю: ну так давайте я вас сфотографую на телефон. А, в мене поганий, не роби, там камера нічого не роби. Я говорю: як вас звати? Вона каже: Надія Іванівна. Я говорю: Надія Іванівна, я вам привіт передам у відео, а ви покажете сину, хай він вам повірить. Так що, Надія Іванівна, великий вам привіт. Від сім'ї Журавльових. Ох і дорога тут. Ой-ой-ой. Ладно, їдемо домой. Покажу покупки. Я поки Свету ждав в больниці. Читав ваші коментарі під утреннім відео. В общем, зараз приїдемо і продовжимо з вами. А, лайк уже можна ставити. Заїхали к родителям. Занесли. Обоїв не хватило їм, шпаклевки, клея, в общем, скупились. Лекарства привезли, а нас за стол пригласили. Сейчас буду показывать, чем нас угощают батьки. Привет, кума. Привет. Настоящая украиночка. А, легко. Да, Мишка разуплится, молочка привезет. Приглашаем. Седайте, насыпай есть. Чуть-чуть, говорится. Я не говорю, что это. Откушать? Да, конечно. Ребрышки свиные с картошечкой, тушеные. Что вы сегодня робили уже? Уже копать начали. Уже, говорится, вот там. Траншею уже копаете? Да. Сегодня жарко. И все держатели для телефонов подпадали. Мэри! Ну, привет! Ой-ой, радости! Привет, солнышко, встречает! Мэрюша! Вот и время. Час дня. Скучала, да? Мэри. Все. Спокойно. Скучала. Почитай я комментарии, как я уже говорил, за предыдущее видео. Вот эта одна рама стоит. И все, больше рам я не находил. Я заглядывал на чердак. Рам больше нет. Здесь в доме окна, ну такие тонкие стеклышки. Вот, видите, и все уже побитые, полопанные. Очень тонкое стекло, если видно вам. Все-то даже начинает мыть, а оно хрустнуло. Вот, смотрите. И все окна вот в таких то трещинах, то вообще отсутствуют кусочки. И там точно так вот, у Мишки. То же самое. В общем, приняли мы решение, их все равно нужно было либо стекла менять, очень тонкие, но все равно менять, дырки в стеклах. И все-таки забить это уже, ну, надо же проветривание, как-никак. Приняли мы решение, нам пошли на уступки на несколько месяцев. Заказали мы окна пластиковые и заказали дверь. Входную пластиковую. Тихо, привет. Привет. Как дела? О, Даля, привет. Привет. Ты в гостях? Да. Есть интернет, Мих? Есть. Ну и хорошо. А то у дедушки нет интернета. Смотрите, дверь. Ну, ее, конечно, можно было восстановить все. Видите, здесь так, а здесь так. Здесь была набита какая-то резина. В общем, уличная дверь все-таки должна быть пластиковая. Тоже мне объяснили, рассказали. Это чтоб не задувало, не мокрело. Заказали мы, через пару недель будет готово. Сами приедут, установят и все. А мы будем заниматься комнатой своей. Ну и дальше по плану покрашу душ, покрашу туалет. Будем устанавливать.
комнате, все остальное. Но это уже... Сейчас немножко отдохнем. Будешь отдыхать? Я да. Я да. Знаете, я уже говорил, выматывает не работа, не так работа выматывает, как вот эта поездка, город. Мы уже привыкли к этой тишине, если честно. А в городе вот эта суета, туда переезжаешь, жарище. Вот час дня мы выехали, начало 9-го. Пока нашли, ни разу не были в больнице, пока нашли больницу, пока нашли то. Нормальные, добрые люди в больнице. А, вы переселенцы, давайте, молодцы. Все нормально. Кто тут гуляется? Тихонько не упади. Светлане Александровне купил вот такой букетик. Полевой. Благодарю тебя. Полевой. Мэри. Да, пацаны. Вот так. Взяли краску для плинтусов. Хотели маленькую баночку взять, но все-таки две комнаты, еще коридоры. Ладно, пусть будет большая, лишняя не будет. Она на водной основе. Можно еще что-то подкрасить. Взяли вот такую крышку. Как вы и советовали, в туалете поставим и будет как дома. Щетки взяли очищать краску с окна. Цикли не было, тоже писали, поставьте это, купите вернее цикли специально оббирать краску, не было у них. Это вот такая будет. Ой, ты сильный, все, Даня победил. Я думаю, это будет еще удобнее. Также купил для домашнего хозяйства пару килограмм гвоздей 60-ки. Пригодится. Ну и еще у меня в приобретении сегодняшний день вот такой чудесный фен. Плавный пуск, несколько скоростей. Весь электроинструмент, который я до этого покупал, и вот этот фен я беру в одном и том же магазине. Называется он 220 вольт. Там своя база есть, ремонтируют. Гарантия, послегарантийный ремонт. В общем, меня это устраивает, скупляюсь у них. На, Мих. Мишка. Сейчас. Сидишь? Давай. А ну пойди к маме, сейчас она тебе. Ага. Миха за молоком поедет. 50 гривен бутылек. Чудесное домашнее молоко. Вот так вот прошло у нас время. Сегодня понедельник. В больнице подождали немного, пока там очередь. К эндокринологу, потом Света еще сделала флюорографию. Пока сделали, пошли к ксерокопии, вернулись. Потом в один магазин, в другой магазин, в аптеку. В общем, вот так и все. Сейчас немножко отдохнем. Часика, может и больше. Все-таки после обеда что-то буду еще делать. Потому что ну нельзя же так. Обязательно вам покажу, что будет происходить уже после обеда. А пока всем, друзья, здоровья. Удачи и самое главное, мирного неба. Вот она. Всем большое спасибо за вашу помощь, за ваши подсказки и за вашу материальную помощь. Всем благодарна очень. Велике дякуємо. Все, надовго не прощаюсь. Скоро увидимся.